Еще раз про сборку велосипеда своими силами. Или если вы купили велосипед в магазине, что нужно сделать, если вы будете собирать велосипед самостоятельно? Первое. Велосипед нужно распаковать. То есть снять вообще все, кроме картонки, которая находится со стороны цепи. Потому что цепь липкая, в масле, она будет вам пачкать перо. Поэтому трогать пока эту картонку не нужно. Также, если на ручках, на грипсах есть какой-то упаковка, тоже ее не обязательно снимать, пусть она пока останется. Все остальное снимаем, и велосипед выглядит вот таким вот образом в разобранном виде. Дальше мы берем колесо заднее, снимаем с него трещотку. Для этого нужен вот такой вот съемник. Снимаем вот тормозной диск и проверяем, как хорошо у нас вот эта вот ось крутится. Крутится она очень тяжело. Значит, нужно протянуть вот эти гайки. Для этого понадобится ключ на 15 и ключ на 17. Нужно сделать так, чтобы вот эта вот ось крутилась достаточно свободно. Можно сразу поменять смазку. Но вообще заводской смазки хватает на 1-2 сезона, поэтому смазку добавлять не нужно, как правило. Далее колесо накачивается и собирается обратно диск и звездочка. Затем все то же самое мы делаем, повторяем с передним колесом. Снимаем все вот эти заглушки, снимаем ротор, все разбираем, снимаем эти пыльники резиновые. И опять же, точно так же все протягиваем. После этого мы ставим переднее колесо и заднее колесо на велосипед и затягиваем слегка. Снимаем велосипед, ставим его на землю. И только после этого, сначала ослабив эксцентрики, потом мы их уже затягиваем, чтобы колесо четко встало в свои посадочные места. Потому что на весу поставить четко в посадочные места оси колеса очень сложно. Лучше это сделать на земле, чтобы они сами по весам велосипеда стали ровно. И после этого мы начинаем по порядку. То есть пока велосипед стоит на земле, мы приделываем, переворачиваем вынос кверх ногами, если это необходимо. Протягиваем рулевую, чтобы она не люфтила и крутилась свободно. Прикручиваем руль, ставим его в правильное положение. Ставим рукоятки в правильное положение, так как удобно. И после этого начинаем протяжку всего-всего-всего. Протягиваем вот эти винтики, протягиваем вот эти винтики. Проверяем, как прикручена каретка. Снимаем вот этот пакетик, протягиваем шатун. Снимаем заглушечку, протягиваем шатун, проверяем затяжку. Проверяем настройку тормозов заднего и переднего тормоза. Передний, он вот в таком виде поставляется, то есть он не прикручен. И только после того, как мы настроили тормоза, мы настраиваем переключатели. Проверяем, как протянуты рубашки. Я не люблю, когда рубашка идет вот таким образом, потому что тросик трется здесь, здесь и здесь. Я стараюсь сделать рубашку более прямой, чтобы было меньше трения. То же самое с этой рубашкой, с тормозными рубашками и с рубашками на руле. Чуть позже я покажу, как лучше всего это сделать более оптимально. Заднее колесо установлено, накачано. Сколько накачивать? Ну, вообще, на покрышке на любой написано необходимое давление, минимальное и максимальное. Обычно минимальное это 2,8 атмосферы, максимальное 4,8. В среднем я качаю, если человек легкий, я качаю 3 атмосферы, если человек потяжелее, то от 3,5 до 4 атмосфер. Это абсолютно не важно, сколько вы накачаете. Если вы едете по асфальту, то нужно накачать как можно больше. Если вы едете по грунтам, то накачать нужно немножко поменьше. Соответственно, по грунтам будет лучше сцепление, потому что покрышка будет слегка плющиться, но скорость будет, конечно, меньше и тяжелее будет педалировать, скажем так. То же самое с передним колесом. Снял я диск. Сейчас я сниму вот эти резиновые пыльники и протяну, потому что крутится прям вот так вот оно. Очень тяжело. Нужно протянуть, сделать нормально и накачать покрышку. Какой инструмент нужен и почему проще в мастерскую обратиться, чем делать это дома? Во-первых, нам нужен набор шестигранников. В принципе, он всегда пригодится, то есть в любом случае купите или мультитул, или набор шестигранников. Во-вторых, нужны ключи на 15 и на 17, это чтобы тянуть заднюю втулку. И ключи на 13 и на 14, смотря какая передняя втулка. Желательно иметь по два конусных ключа и по два обычных. То есть два 17, два 15 и два 13, два 14. Дальше съемник. Если у вас трещотка, то вам нужен съемник вот такого типа. Если кассета, то нам нужен съемник похожий и плюс еще либо хлыст, либо специальный держатель для кассеты.
И куча всякого разного инструмента, который у меня вот так вот сейчас лежит, потому что приходится каждый день куда-то его носить и пользоваться постоянно. В среднем набор инструмента, который вам понадобится, даже самый дешевый, обойдется, ну, в 2-3 тысячи рублей. Если хороший, то один вот такой вот ключ, который вот так вот быстро убивается, стоит 10 евро. Это самые дорогие, в принципе, ключи, самые хорошие. То есть инструмент надо очень много, поэтому, ну, на самом деле проще ездить в мастерскую и хотя бы там раз в год, раз в 2 года обслуживать велосипед. Это будет дешевле, чем покупать инструмент самому. Поставили велосипед на землю. Теперь нам нужно обязательно ослабить эксцентрики, надавить чуть-чуть на раму, чтобы колесо село четко в свое посадочное место, и после этого защелкнуть. Затягивать эксцентрик надо не со всей дури, а подбирать такой момент затяжки, чтобы вам потом было легко его открыть. Проверяем, что покрышки у нас в правильную сторону смотрят вперед. И прикрепляем руль. Пока все это закреплено временно, то есть сначала мы сейчас колеса протянем нормально, поставим, чтобы все было хорошо. После этого протянем рулевую. Рулевая должна быть протянута вот этим верхним винтом таким образом, чтобы руль и колесо крутились свободно, не было никакого закусывания вот в этих двух подшипниках, вот здесь вот и вот здесь вот. Но при этом не было люфта. То есть вот так вот берете, поднимаете, крутите. Если крутится хорошо и ничего не бьет, значит все в порядке. После этого мы поставим руль нормально, выпрямим его либо вверх, либо на себя чуть-чуть, в зависимости от того, как клиенту удобно. И после этого начнем разбираться с рубашками, потому что здесь вот рубашки и во все стороны кто как гораст на заводе. То есть вот так вот это не очень хорошо сделано. Сейчас я переделаю и покажу, как правильно. Установили правильно колеса, встали на велосипед. Стоим, ногами в землю упираемся. Как настроить проще всего рулевую? Вы берете вот этот винт, начинаете затягивать. Затягиваете, затягиваете, затягиваете. Пробуйте. Все, колесо очень туго ходит. Прям вот туго-туго-туго ходит. Ослабили. Там на четверть оборота, на пол оборота. Попробовали. Если стало легче ходить, хорошо. Если ходит туго, ослабляем еще. И таким образом, то есть затянув сильнее, потом чуть-чуть ослабляем и подбираем правильное положение, чтобы колесо крутилось очень легко, но не было прям вот люфта свободного хода. После этого мы вот так вот стоим, выправляем руль, делаем, чтобы руль был прямо по колесу и затягиваем вот эти два винта. Тянуть нужно по очереди. То есть один, второй. То есть на полоборота протянули, теперь другой на полоборота протягиваем. После этого выставляем руль в правильное положение. Руль либо должен смотреть вверх, либо смотреть чуть-чуть на себя. То есть в зависимости от того, как вы далеко находитесь, видите, да, насколько руль можно поменять. Чуть ли не на 5 сантиметров можно сдвинуть его в бок. В зависимости от вашего роста, от длины выноса можно подобрать такое положение, чтобы вам было комфортно. То есть не обязательно, что руль должен быть всегда вверх. Можно чуть-чуть под себя наклонять, как вам больше всего нравится. Что-то тут уже подсопано немножко от выноса. Вот. Обязательно надо протереть смазку везде, где смазка будет выступать, где винты будут смазку выдавливать. Везде в этих местах надо будет смазку вытирать. И после этого мы должны выставить все правильные тросики и поставить нормальные рубашки. Это чуть позже. Когда затягиваем вынос, тянем также крест-накрест. То есть, допустим, первый винт, второй винт, третий винт, четвертый винт, пятый, шестой, седьмой, восьмой. То есть все время идем крест-накрест. Затянули. Как надо затягивать? Берете ключ. Здесь написано 5 ньютон на метр. Что это такое? Условно. То есть берете пальцем. Если вы пальцем можете поднять 5-литровую баклажку воды, то это, грубо говоря, вы поднимаете 5 килограмм. Вот 5 ньютон на метр – это примерно то же самое, что 5 килограмм. То есть, если вы одним пальцем дальше не можете ключ протянуть, значит, затяжка достаточно. Ну, двумя пальцами. Если вы баклажку воды одним пальцем не можете поднять, поднимите ее двумя пальцами и затяните с таким же усилием, грубо говоря. Все, затянули, руль поставили, берем заглушечку, красивенькую, декоративненькую. Не всегда она бывает в комплекте. Все, закрываем, чтобы винтик не ржавел. После этого приступаем к настройке тормозов и настройке ручек. То есть нам надо ручки выставить так, как удобно. Оптимально как? Обычно в магазине ручка вот так стоит. То есть у вас ручка вот здесь находится. Оптимально ручку ставить вот здесь, чтобы пальцы были вниз, чтобы вам не приходилось каждый раз вот так вот через ручку перекидывать руку. Вот самое оптимальное положение для ручки тормоза. Сейчас я закреплю и покажу, как это выглядит. Так, оптимальное положение ручки. То есть ручка может быть как угодно. Она может быть вверх, может быть вниз, кому как больше нравится. Но для большинства людей удобно будет вот так. Во-первых, вот здесь небольшое расстояние, потому что вы когда держитесь за ручку, да, у вас
вот этот край должен быть под этими пальцами. То есть не надо ручку максимально близко, ручку тормоза максимально близко к ручке грипсе смещать, потому что тогда у вас будет вся рука вот так вот лежать. А держаться вам будет не за что. Когда вы едете, вам нужно хотя бы двумя-тремя пальцами держаться за ручку во время торможения. Поэтому оптимально чуть-чуть немножко отодвинуть и выставить ручку вот таким образом, чтобы давить на нее одним или двумя пальцами. Если гидравлик, то одним, если механик, то обычно двумя давит, и два пальца у вас остаются по-прежнему на ручке, чтобы держаться за руль. Далее, вот так вот вы выставили, в принципе, вы видите все показания. Они на вас смотрят, вы все видите. И вам удобно. То есть вы сидите, вот так вот держитесь, вот так вот вы забрасываете скорость, вот так вот вы сбрасываете. Забрасываете, сбрасываете, тормозите. То есть вам не надо пальцами далеко вот так вот, вот сюда куда-то наверх закидывать, вот так руку выгибать, чтобы вот здесь вот на тормоза нажать. Поставьте ручку как можно ниже. То есть вот это положение, это еще, скажем так, для начинающих, для тех, кто катается постоянно, положение будет еще ниже. То есть вообще вот этого циферблата будет практически не видно. Будет это вот так вот примерно выглядеть. Вот, поэтому делайте так, как вам удобно, но вот я рекомендую по опыту, потому как люди катаются, именно делать вот таким вот образом. То есть немножко отодвинуть в сторону, нагнуть максимально низко туда. Здесь даже, наверное, придется еще отодвинуть, потому что я себе по пальцам, смотрите, я когда на ручку давлю, видите, на пальцы я нажимаю. То есть можно ее еще сдвинуть в бок. Но это я клиенту покажу, он сам уже определится. И дальше, если вы левша, то задний тормоз у вас слева. Но если вы правша и у вас 90% населения, то задний тормоз у вас справа. То есть на правой ручке у вас заднее колесо. Заднее колесо на той руке, которая у вас является рабочей. Если вы правша, то заднее колесо у вас всегда на правой руке. Если на велосипеде сделано по-другому, просто возьмите, перекиньте местами тройстики. Это очень важно. Установили велосипед теперь той стороной, где у вас тормоза. Для настройки тормозов нам понадобится шестигранник, ключ для правки ротора. Если ключа для правки ротора нет, можно плоскогубцами, но плоскогубцы царапают диск, им не очень удобно. Лучше всего вот такой ключ. Настраиваем передний тормоз. Как правило, передний диск идет кривой, потому что он отдельно в коробке лежит, и он быстро мнется, скажем так. Настраиваем задний тормоз, он обычно более-менее ровный. И протягиваем головкой на 15 или на 14, там, по-моему, на 14 или на 15, они разные бывают. Вот этот винт. Для того, бывает еще под большой шестигранник, для того, чтобы шатун плотно-плотно сидел, не забыв проверить, что каретка у вас не люфтит, что каретка у вас плотно-плотно там сидит. И вот ту коробку пока не снимаем, потому что цепь будет пачкать нам перо. Здесь, кстати, забыли крепление. Надо будет сейчас клиенту такую штучку, или хомутик можно, или такое специальное крепление красивое сюда поставить. Вот, после того, как мы настроим тормоза, мы перевернем велосипед, протянем с той стороны вот этот винт, который притягивает шатун. Педаль, кстати, не забудь надеть, чтобы сразу, чтобы туда-сюда велик не крутить, прикрутить педаль, потом с той стороны прикрутим педаль и настроим уже переключатели. Перед тем, как будем настраивать переключатели, все тросики мы проведем по-другому. И, соответственно, тормоз сейчас мы будем настраивать. Вот здесь вот тормоз уже хорошо заведен. То есть, видите, он начинается вот отсюда, идет вот таким вот образом, не чиркает Абраму нигде и заходит вот сюда. То есть вот эта длина рубашки для этой рамы, для этого руля оптимальна. Вот эта рубашка не будет у нас Абраму чиркать и не будет нигде ее перетирать. Вот это хорошо. Вот здесь вот рубашка. Здесь вот рубашка. Ну, можно чуть-чуть вот это место, чуть-чуть подрезать. Буквально, может быть, на 5 мм, может быть, на сантиметр, чтобы не было вот этого вот, чтобы пошло напрямик. Сейчас я все это подрежу, покажу. Так, да, здесь головка на 14, я все время путаю, потому что у меня на одном ключе 14 и 15. Здесь 14 головка, надо притянуть плотно. Педали. Педали нельзя перепутать ни в коем случае. На левой написано L, английская L, ее прикручивают слева. Есть вот такой педальный ключ, большой, удобный, с длинной ручкой. Можно обычным ключом на 15, если он здесь помещается. Затягиваем мы всегда вперед, вот так вот. И правую педаль мы затягиваем вперед, и левую педаль мы затягиваем вперед, потому что на левой педали у нас резьба нестандартная. То есть крутится все время вот сюда вот. Дальше вот здесь вот тоже немножко маслица, видно, да, масляные следы. Вот это все нужно протереть. И вот здесь протереть, и на каретке протереть, и на рулевой протереть. Везде, где есть масло, нужно его сразу убрать, иначе пыль и грязь прилипнет. Нужно это все убирать. Вот здесь вот не было крепления, можно хомутик пластиковый поставить.
Есть вот такие штучки. Видимо, при распаковке или в коробке, или при запаковке она потерялась. А у меня есть, я свою поставлю. Мне не жалко. Для хорошего клиента одной рукой делать неудобно. Сейчас я поставлю и покажу, что получится. Защелкнули эту штучку. Оказывается, она вот здесь висела. Я просто не заметил. Так что она тут была. Смотрим, как рубашка идет. Рубашка идет достаточно хорошо. Здесь небольшое искривление, но в целом, вот такая длина рубашки оптимальная. То есть на заводе отрезали идеально. И переднюю рубашку отрезали. Переднюю, может, конечно, чуть-чуть укоротить, длинноватая она. Но в целом, пока я оставлю так. Потому что здесь большой запас хороший есть. То есть задний тормоз будет работать хорошо. У него трения не будет у тросика практически нигде. На этих плавных изгибах тросик идет хорошо и практически нигде не трется. А вот здесь вот, видите, какой резкий изгиб получается. Здесь можно чуть-чуть отрезать и сделать изгиб более плавный. Потому что здесь на изгибе в 90 градусов сила трения сильнее, чем на более плавном изгибе. Вот здесь вот изгибы везде плавные. Соответственно, для заднего тормоза рубашка оптимальная по длине. Тогда давайте сразу расскажу, как настроить любой тормоз, задний или передний, на примере заднего тормоза. Первое. Сначала мы проверяем, что вот здесь вот у нас затянуто. Здесь у нас хорошо затянуто. То есть со всей дури тянуть не надо, просто попробовали, затянут хорошо. Дальше. Вот этот винт мы ослабляем. Оп, вот здесь вообще затянуто очень сильно. Оп, все, ослабил. Мы его ослабили, то есть машинка у нас ушла в самое стартовое положение. Дальше. Переходим к ручке, которая к заднему тормозу. Обычно у нас ручка это правая. Видите, здесь как барашек. Эта штучка называется барашек. Мы ее должны закрутить. То есть на заводе уже регулировали тормоза. Мы сейчас настроим их заново. Потому что, смотрите, слышно, да, как чиркает? Закручиваем этот барашек до упора к ручке. Закрутили барашек до упора. Поставили. Ну, предварительно мы ручку выставили так, как нам удобно. Закрутили барашек. Все, у нас тросик оптимальный, рубашка оптимальной длины. Тросик у нас вот свободно болтается. Заходит сюда. Здесь тоже барашек, тоже мы его закрутили. Все. Теперь нам нужно смотреть, что сделать. Самое важное. Вот эта вот сторона. Как бы мне тут снимать-то удобней. Вот эта сторона. Вот этот большой винт. Он регулирует внутреннюю правую колодку. То есть мы всегда можем этим винтом оттянуть, затянуть. То есть правую колодку мы можем подвинуть как угодно. Ключом. Здесь вот удобно, вот эта большая пластмасска, ее рукой можно крутить. Но здесь и под ключ, вон там вот, под ключик, под шестигранник, есть вот это вот место. То есть сюда можно ставить шестигранник и крутить вправо-влево. Можно крутить рукой. Поскольку правую внутреннюю колодку мы можем регулировать в любой момент нашей жизни, жизни велосипеда, мы ее вообще не трогаем, нам это не важно. Нам нужно сейчас открутить вот этот винт и вот этот винт. И всю машинку подвинуть как можно ближе к тормозному диску, к ротору. То есть это называется калипер, тормозная машинка или калипер. Это называется тормозной диск или ротор. Потому что, сейчас я попробую тут подлезть. Вот смотрите, видите, да, зазор? То есть у нас сейчас диск трется о ту колодку, которая ближе к колесу. То есть вот у нас вот этот вот ротор, он трется об эту колодку. Эту колодку мы можем открутить, закрутить, подвинуть как угодно. Но вот здесь вот у нас, видите, зазор. Вот этот зазор нам нужно отрегулировать. Нам нужно диск поставить как можно ближе к внешней колодке, к левой колодке. То есть как она, вот эта вот внутренняя правая, вот эта вот внешняя левая. То есть машинку нам нужно сдвинуть как можно ближе к диску, чтобы когда вы на ручку тормоза нажимаете, чтобы меньше был ход, чтобы тормозило более резко, скажем так. После того, как мы машинку направим, диск у нас перестанет чиркать, а вот в эту, а левую, а внешнюю. После этого правую мы можем подвести как можно ближе. Опять же, чтобы зазор был минимальный. То есть вот сейчас, видите? Есть зазор достаточно большой. Сейчас я машинку подвину для того, чтобы зазор стал меньше. И после этого начну регулировать уже внутреннюю колодку. Установили минимальный зазор
между ротором и внешней колодкой. Теперь внутреннюю колодку надо подвести максимально близко. Сейчас я попробую это сделать одной рукой. Оп. 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 Вот я ее подвел. Видно, да, в одном месте ротор чиркает. Сейчас я начну его гнуть и поправлю, и настрою. Потом ту же самую операцию я повторю с передним ротором. Но передний ротор будет подольше настроить немножко. Все, настроили тормоза. Ничего у нас не чиркает. Зазор у нас одинаковый. И справа, и слева. И ничего, главное, не чиркает. Теперь смотрим, как работают у нас тормоза. Смотрите. Я когда нажимаю, видно, да, что она очень сильно, внешняя колодка, смещает диск в сторону внутренней колодки. Потому что зазор там слишком большой. Мне нужно сейчас внутреннюю колодку чуть-чуть затянуть, чтобы когда я нажимаю, ротор вот так вот не сгибало, чтобы он не смещался туда. Чтобы он сразу... А колодку тормозила, а не гнулся. Это очень важный момент, потому что так ротора не будут гнуться. Этот момент очень-очень долго надо выставлять, чтобы добиться идеального результата. Все, мы добились такого положения, когда у нас ничего не чиркает, когда у нас ротор максимально близко выставлен к обоим колодкам. Поправили ротор. Теперь все крутится хорошо и тормозит тоже отлично. То есть нажатие ручки совсем чуть-чуть, хоп, и тормозит. Значит, колесо крутится, как вы видели, но оно начинает останавливаться. Почему это происходит? Несмотря на то, что мы правильно протянули ось, протянули подшипники, видите, даже назад начало крутиться. Вот эта резинка, вот этот пыльник, он создает сопротивление, он очень туго прилегает ко втулке и он тормозит, то есть сейчас торможение происходит за счет того, что эта резинка очень тугая. И это какие-то определенные, конечно, потери, но зато это защита втулки от грязи. С той стороны такой резинки нету, поэтому с той стороны грязи будет больше попадать, если кататься по лужам. Но в целом вот крутится все очень хорошо, и при остановке колесо даже немножечко прокручивается нормально. Если колесо назад по инерции прокручивается, значит настроено оно хорошо, видите, да, чуть-чуть пошло, но дальше не идет из-за вот этой вот тугой резинки. Если ее убрать, колесо может крутиться вообще несколько минут, очень долго. Нам, в принципе, повезло, и посадочное место под задний адаптер было достаточно ровное. То есть, если посмотреть вот отсюда очень внимательно, то видно, что диск и адаптер стоят немножечко под углом, потому что вот эти места... Вот эти места, сам тормозной адаптер, они все кривые. Все криво, и поэтому колесо, точнее тормозной ротор относительно машинки тормозной, стоит не очень ровно. Спереди то же самое. Это, в принципе, на всех вилках, и за 10 тысяч, и за 20 тысяч, и за 1000, все одинаковое. Так, берем угольник. Да, сейчас я его приложу и смотрим. Вот здесь вот отторцовано, в принципе... Все очень хорошо. Соответственно, тормозная машинка у нас станет относительно ровно. Хотя вот здесь вот немножечко сверху, не знаю, как это показать, тут какие-то миллиметражи можно ловить. Плюс сама тормозная машинка, вот эта вот плоскость у нее, видите, это просто литье. Оно не отфрезеровано. То есть машинка может быть в такой вот плоскости, и вот так вот, и вот так вот, и вот так вот, как угодно завалено. Поэтому есть специальные шайбы проставочные, которые сюда ставят. Но в данном случае их нету, поэтому соберем так и настроим, чтобы все работало. Передним тормозом все то же самое. Взяли ключик подлиннее и удобнее, чтобы удобнее было отсюда регулировать. Выставили машинку тормозную и выставили зазоры справа и слева. Нам повезло, диск практически ровный. В одном месте чуть-чуть я его поправил. Не получается, наверное, у меня это показать. Вот видите, зазор с той стороны, зазор с этой стороны. С той стороны вообще минимальный, с этой стороны чуть-чуть побольше. Но вот эту вот толщину зазора с внешней стороны мы как раз и можем
регулировать барашком. То есть, откручивая барашек, мы внешнюю колодку подводим чуть-чуть ближе. Сейчас получается, что у нас длина торможения вот такая вот. То есть, меньше, ну, треть примерно, треть хода ручки. И ничего, самое главное, не чиркает. А тормозиться будет хоп и все. Мы закончили с левой стороны велосипеда, настроили левый тормоз, прикрутили левый шатун, прикрутили левую педаль, настроили задний тормоз левый, колеса у нас накачанные, все настроено. Что хочу сказать, когда вы будете кататься, у вас рубашки заходят в такие металлические колпачки или пластиковые колпачки, вот здесь это видно, и они насажены не до самого конца. По мере того, как будете тормозить и пользоваться скоростями, они чуть-чуть на долю миллиметра сдвинутся. Плюс сами тросики чуть-чуть растянутся, плюс рубашка усядет. Поэтому через 1-2 недели катания обычно в магазине говорят, приходите, и мы вам настроим бесплатно, техническое обслуживание сделаем. То есть приходите, соответственно, нужно чуть-чуть подрегулировать тормоза, чуть-чуть подрегулировать скорости, потому что осядут тросики, осядут рубашки. То же самое с колесами. Если вы хотите кататься хорошо, активно, то через 2-3 недели катания желательно приехать в мастерскую, чтобы вам колеса протянули, потому что могут пойти восьмерки. С завода колеса протянуты хорошо, но не идеально. И после того, как вы начнете кататься, вот, кстати, чуть-чуть начало чиркать. Слышно, да? То есть ротор мягкий, его опять согнуло. Когда я начал нажимать на ручку тормозную, начало немножко сгибать ротор. А вот так не чиркает. Видимо, притирается колодка. То есть и колодки немножко притираются во время первых нескольких торможений. Спицы дают усадку. Поэтому периодически нужно приезжать на протяжку и направку. Это где-то через 2-3 недели катания. Желательно весь велосипед проверить в мастерской. Перевесили велосипед на правую сторону. И теперь сейчас начнем длинную историю с заправкой рубашек, чтобы они шли красиво и вот так вот не терлись об раму. Настроим передний переключатель. И в конце настроим задний переключатель. Соответственно, не забудем снять крышечку, проверить затяжку шатуна и прикрутить педальку. И вот этот винтик правый тоже не забудем прикрутить. Вот. На этом, в принципе, вся история о сборке велосипеда. Сейчас я рубашки протяну и покажу, как это будет выглядеть. И в конце можно надеть катафотики, надеть звоночки, надеть сидушку. Сидушка в самую последнюю очередь, потому что, чтобы ее не пачкать. Таким вот образом я провел рубашку переднего переключателя. То есть она об раму практически не трется. Да, сюда она вообще не будет тереться. Сюда будет тереться, но она не будет перетирать вот это место. То есть, когда я руль поворачиваю, она не прислоняется. Столько я отрезал лишнего. И стал надевать. И залохматил рубашку из-за того, что она уже была обрезана. Попал на 100 рублей, сейчас придется новый тросик поставить. Все, поставил новый тросик, заменил. Здесь вот сделано вот таким вот образом. С этой стороны тоже я укоротил. Видите, линия стала более прямая. Тросик здесь не будет тереться. Точнее, он будет тереться, но по минимальному изгибу. А когда было вот так вот под 90 градусов, он протирался еще сильнее. Правильно это или неправильно, каждый решает сам. То есть, есть разные мастера. На заводе делают по-другому, я делаю по-другому. Я считаю, что так лучше для тросика. Так он меньше трется об рубашку, лучше скользит. Соответственно, будут работать и скорости лучше, и тормоза будут работать лучше. То же самое вот здесь, видите, здесь слишком много его. То есть тросик сначала идет вот сюда вот вверх, потом сгибается, уходит сюда вниз. Если напрямую вот так пустить, что я сделаю чуть позже, мне кажется, что так лучше. Но это мое личное мнение, я так настраиваю все свои велосипеды и все велосипеды клиентов, все довольны. Другие мастера могут делать по-другому. Поэтому продолжаем. Теперь коротко о настройке переднего переключателя. Значит, первое, что нам надо сделать, это скинуть на первую скорость. Первая скорость, когда у нас тросик вышел полностью. То есть мы скинули, у нас тросик вышел полностью. Барашек мы вот это тоже на ручке тоже закрутили до упора. Все, вот у нас тросик свободно висит. Все, у нас переключатель стоит в стартовом положении. Нам надо сначала в этом стартовом положении цепь закинуть вот сюда вот сзади
на самую большую звездочку. Посмотреть вот туда. Если у нас цепь не чиркает, значит стартовое положение у нас настроено нормально. Здесь вот два винтика. Вот этот винтик сейчас, видно, не видно, упирается. Вот, вот этот внешний винтик сейчас упирается в специальную перемычку. Если мы сейчас отверткой начнем крутить вот этот винтик, то у нас рамка начнет вправо-влево ходить. Нам надо рамку поставить таким образом, чтобы цепь на самой большой звездочке не чиркала об рамку. Но зазора там не было. Если будет сильный зазор, то цепь будет слетать наружу, внутрь. Поэтому нужно вот этим винтиком рамку подвинуть таким образом, чтобы и цепь не чиркала рамку, и цепь не слетала туда. Потом мы берем тросик и заводим. Здесь есть такой выступ. Видно, вот этот выступ. Тросик должен идти обязательно с этой стороны. Вот так вот он должен заходить относительно выступа. Дальше берем ключик. Обычно это ключик на 9. Вот, девяточный ключик. Иногда еще бывает под шестигранник. Если под шестигранник, значит хороший переклюк. Если под ключик, значит плохой переклюк. Почему плохой? Потому что когда вы начинаете его тянуть, вот здесь вот всего одна ось. И переключатель вместо того, чтобы гнуться вот так, его начинает вот так ломать. То есть вот эта ось быстро изнашивается, он быстро ломается. То есть этот переключатель плохой. Все, закинули. Начинаем двигать вправо-влево переключателем. Нам надо вторым винтиком ограничить рамку так, чтобы не улетала цепь наружу. А, еще важный момент. Вот здесь есть такая наклеечка. Она показывает высоту переключателя. То есть зубчики у вас должны, грубо говоря, вот по ней вот так вот попадать. Сейчас. Тут это плохо видно. В общем, нужно выставить рамку таким образом, чтобы, приблизив рамку наружу, у вас зубчики стояли прямо вот четко по картиночке. Если вы так сделаете, то переключатель будет работать без проблем. Настраивать все очень просто. На YouTube дофига видео, как это делается. Ну, буквально это 5-10 минут можно настроить. Если рубашка, то ручка, все это хорошо, все чистое, все без пыли, все работает. Все, настроили передний переключатель, выставили крайние положения вот этими винтами, чтобы не улетала цепь ни наружу, ни внутрь. Настроили ручку. Сзади тоже точно так же. Вот есть два винтика. Да, вот сейчас у меня откручено. Откручен тросик. То есть переключатель ушел в стартовое положение. Видно, да, что у нас цепь ровная. То есть, соответственно, этим винтиком мы выставили крайнее положение здесь. Второй винтик нам не даст, чтобы цепь соскочила туда вот, ближе к колесу, где тут пластиковая защита. Все эти винтики чисто для установки стартовых положений. Вот этот винтик длинный, он для того, чтобы переключатель вот так вот наклонять. Вот так вот наклонять относительно звездочек. То есть смысл в чем? В том, чтобы вот эта большая звездочка всегда была как можно ближе к трещотке или к кассете. Чем она ближе, тем четче переключение. То есть мы либо, закручивая этот винт, вот так вот отодвигаем, либо ослабляя, он наоборот вот так продвигается. Все. То есть настройка простейшая. Дальше вот этим барашком просто натягиваем тросик, точнее рубашку натягиваем, она натягивает тросик и регулируем качество переключения. Опять же, видео очень много всяких разных на YouTube. Посмотрите. Сейчас я быстренько доделаю, потому что уже вечер. И покажу, как я рубашки развел правильно. Так вот у нас получилось развести рубашки достаточно красиво, симметрично. Ничего нигде в данный момент не чиркает. Только при повороте руля чуть-чуть она будет касаться. И то только в одном месте. Вот здесь можно либо наклейку сделать, либо какие-то надеть специальные защитки резиновые, чтобы не протирала краску. Вот так вот я считаю, что это более правильно, более красиво. Тросик ходит более ровно, не трется краска и тросик не трет рубашку. Здесь я тоже, соответственно, укоротил чуть-чуть. Сделал линию более прямой. Тросик не будет здесь ничего перетирать. Здесь в конце обычно рубашку делают чуть короче, чем надо. Я бы, конечно, делал бы здесь чуть подлиннее. Столько у нас лишней рубашки отрезан, 10 сантиметров. То есть, если завод выпускает 1 000 000 велосипедов в год, то по 10 сантиметров, да, это дофигища. Он бы мог бы сэкономить рубашки. Надо вносить раз предложение и просто жить на эту премию. А здесь все я сделал, все подвел, всю заглушечку поставил, все отрегулировал. Все работает, все замечательно, все отлично. Защиту еще клиент поставил на переключатель. Клиент просил поставить защиту на переключатель, рамочку такую. Сейчас я подберу сюда, тоже закреплю. Либо вот на эти крепления, если есть, либо на ось. Лучше, конечно, на эти крепления, чем на ось, потому что каждый раз потом будет неудобно ее ставить, снимать. Вот
таким вот образом получилось у нас собрать велосипедик. Велосипедик недорогой, стоит он в спортмастере 17 тысяч. Как обычно, человек нашел бонусы, купил его за 11 900. Велосипед хороший, кататься он будет долго. Пока здесь вот претензия то, что тормозные диски мягкие. Все, это вот типичная история. Недорогие тормозные диски, они мнутся и начинают чиркать. Сейчас я вот опять поправил, несколько раз потормозил, поправил, опять ничего не чиркает. Но со временем может быть такое, что диск начнет мяться и будет чиркать. В принципе, пару сезонов он откатается вообще без проблем. Если не будет в грязь лезть, то будет он работать эти 2 года, потом приедет на переборку. Вообще, по-хорошему, конечно, надо каждый год приезжать, но не каждый так человек приезжает. Поэтому что нужно делать? Ну, во-первых, вот это вот место, сюда постоянно набивается пыль. Вилка ходит, там внутри смазка, вилка смазывается, пыль прилипает и начинает резинку тереть. То есть обязательно после каждой покатушки, во время каждой покатушки протирайте вот эти места тряпочкой. Если есть отверстие, сюда можно тряпочку засунуть, вытащить оттуда и протереть, или из кармана вытащить, протереть вот это место. То есть это самое важное вообще в обслуживании велосипеда, протирать вилку. Дальше, не лезть в лужу, не лезть в грязь, потому что если будете лезть в лужу или мыться на автомойке на какой-нибудь или керхером, то начнут ржаветь втулки, и ничего хорошему это не приведет. Ну и цепь желательно смазывать как можно реже, я считаю, смазывать самой жидкой смазкой, и после того, как вы смазали, несколько раз покрутить, и после этого снаружи вытереть насухо, чтобы она была сухая. Ну и вот не бросать велосипед на землю, чтобы переключатель не гнулся, не бросать велосипед куда-то в кусты, чтобы не гнулся ротор, педали дешевые, конечно, пластмассы быстро разболтаются. То есть много-много есть таких мелких нюансов, но в целом в сухую погоду такой велосипед прослужит 2-3 года вообще без обслуживания. А потом приезжайте, сделаем все, что сломается.